Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор посылочек с AliExpress. Вот так они выглядели упакованы, все 4 штучки были прикреплены, 4 посылки. Начнем, давайте, наверное, с лампы. Лампа для сушки ногтей. Вот так она выглядит, солнышко, вот, вот такая она маленькая. Стоила она 122 рубля. Здесь уже USB-провод, он не отсоединяется. Работает она вот, ну, от розеточки, от телефонной, от вашей. Здесь маленькие ножки. И вот так вы ее ставите и сушите ноготочки. В принципе, 4 пальца влезают, но ноги можно сделать тоже как-то приловчиться. Я пробовала пока руки. Давайте посмотрим. Вот я подготовила лампу. Сейчас буду наносить базу, подготовил ноготь, посмотрим, как она сушит. Конечно, такой малышкой сушить не очень удобно, но печет. Печет, в принципе, будем смотреть по факту, по результату. Нанесла топ, и вот все, просушиваю последний слой. Все, я каждый слой держала где-то секунд-то по 30, а вот последний стопом уже минуты 2, наверное, точно, потому что вытаскивала, трогала, он был немножко липковатый, но сейчас засох, в принципе, сушит, вот на самый экстренный случай подойдет. Вторая посылочка — это чехол, чехол на телефон, на 5-й iPhone 5S, а стоил он 53 рубля. Вот так выглядит чехол, пришел он в пупырке. И сверху лежал поролончик и инструкция по тому, как его собирать. Это на 5S телефончик, и стоил он, по-моему, 63 рубля. Одеваем. Смотрим, чтобы вот камера была у нас четко. Так, это у нас низ. Защелкиваем. Здесь защелки такие внизу. Оп. И вверх. Тоже защелки. Так. Защелкивайся давай. Вот с одной стороны. И с другой. До щелчка. И вот так выглядит чехольчик. Он такой как будто матовый. Знаете, очень приятный на ощупь. Золотистые вот эти каемочки. Смотрится вообще классно. Так смотрится спереди. Третья посылочка — это вот такой вот карандаш для бровей. Вот так он выглядит в коробочке. Это нашумевшие карандашики вот с тремя такими как бы заостренными кончиками для лучшей прорисовки бровей. Он стоил тоже где-то рублей 60. Я ссылочки на все товары оставлю под видео, если они еще есть в продаже. Вот так он выглядит сам. Так, у нас цвет грей, серый, оттенок 04. И вот его наконечник. То есть, видите, да? Сейчас что-нибудь беленькое возьмем. Коробочка. Вот. Вот так он выглядит. Здесь 3 такие штучки. И вы знаете, карандаш мне не зашел. Я, конечно, ожидала больше. Но вчера, как только им не рисовала брови, ну, хрень полнейшая получается. Смотрите, я вам сейчас на коробке изображу, как это происходит. Тут причем комочки отовсюду сыпались. Я так понимаю, он у них пока лежал или пока шел, все засохло. И между этими 4 здесь зазубринки, наверное, скопилась и засохла краска. Рисует он как-то довольно водянисто. Поэтому вот, чтобы так вот прорисовать, вот смотрите. Фокус. Вот таким образом. Можно, в принципе, и контур сделать бровей. Вот опять какие-то комочки. Если вам видно, вываливаются какие-то комочки. Сейчас на руке покажу. В общем, у меня не получилось им пользоваться. Хрень полнейшая. И он не серый, мне кажется, а такой светло-черный. Я думаю, он посветлее будет. Прям вот какая-то водянистая-водянистая такая основа. Вот. Вот так вот он рисует. Мне не понравилось. Я пользоваться им не буду. Ну, может, еще, конечно, дам один шанс ему. Попробую. Но вообще нет. И по цвету,
И потому как он все это делает, скорее всего, я его просто выброшу. И четвертая посылочка – это вот такое селфи-кольцо. Давно я хотела его приобрести. Оно было тоже хорошо, добротно упаковано в пузырчатую пленочку, в коробочку, потом еще во вторую коробочку. Вот так выглядит упаковка. Они были, по-моему, разных цветов. И в чем как бы его суть? Я покупала, хотела попробовать с ним снимать видео в помещении, допустим, когда не хватает света. Очень интересно, как она все поведет. Я обязательно попробую. Пока я попробовала только фотографии. Значит, здесь у нас у него был USB-шник. Так, где он? Очень коротенький такой USB-шник. Вот он. Вот. С помощью него это кольцо заряжается. Мы вставляем сюда. Это обычный стандартный USB-шник от андроидов, как бы тоже подойдет. И заряжаем его. Я думала сначала, честно говоря, что оно от сети работает. Нет, оно на самом деле заряжается. Здесь у нас 3 или даже 4 режима. Сзади есть кнопочка. Вот оно. Первый режим. Немного яркости. Второй еще ярче. И третий прям очень-очень яркий. Все, 3 режима, да. Вот. Если вам видно, вот как оно светится. Оно, сейчас покажу вам на телефончике, на старом, каким образом это все делается. Берем свой телефон и селфи-палку, если она вам нужна. Вот так вот его присобачиваем. Включаем камеру и фотографируемся. Я пофотографировалась уже и сделаю вам вставочку, как это все выглядит. В целом, для селфи, если фоток именно, для видео я еще не тестила, вообще вещь крутая. Колечко стоило 133 рубля. Да. Круто. Мне понравилось вообще. Я вам сделаю вставочку и сами увидите, как отличаются фотки. Ну и на этом все. Вот такие вот прикольные, скажем так, посылочки были у меня с AliExpress. Только вот один карандаш разочаровал. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. И да, еще что хотела сказать. Все эти посылки, 4 штуки, шли почти 3 месяца. Так что сами думайте, заказывать или нет. Я уже там вот через несколько дней собиралась открывать спор. Они в России, правда, прибыли быстро. Продавец, то есть в этом плане молодец. Но в России они висели почти 2 месяца. Вот так. Ну а на этом теперь точно все. Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем пока.